Так, дорогие друзья, всем привет! Сегодня очередной крутой видос. А сегодня у нас, так назовем видос, может быть, сходка гепардов. У нас сегодня очень много гепардов. А сейчас будем считать около 10. Один Одус и один BRP. А дело в том, что гепарды у нас сегодня представлены на разнообразной резине, разных годов, в разных расцветках, разных модификациях вообще. То есть можно вообще выбрать и посмотреть вообще, какие существуют модификации, какие существуют гепарды. Вот, например, начнем. Вон стоит мой гепард. Это гепард 800-й, подготовленный, вы все его знаете. На резине Blackwater 28. 10 все. Этот вот гепард уже другой, 19-го года. Тоже подготовленный в нашем сервисе. Резина Gorilla злая, 30-я. Вот, посмотрим, как он сегодня будет фигачить. Все в нашем сервисе, выносы у него, вот такой бампер поставили, все, выбрал клиент. Выносы у него уже стоял, фару, доп, свет, это подогрев, шестеренку, клатч-кит под эти колеса, это уже мы сделали. Вот такие диски с бэдлоком. Дальше у нас вот такой вот новый 800-й гепард, вот в такой модификации. 28-я Зила, тоже подготовленная. Дальше у нас идем, это три квадрика. Четвертый квадрик, 850-й, на вариаторе CVTech. Вот эти все остальные до этого стояли, они на обычном вариаторе. Резина уже другая, 28-й Mudlight. Конфигурация похожа вот на этот. Так, следующий гепард, Артур, 850-ка, 21-й год. Он у него без гнутых рычагов, остальное все как у нас. 28-я Зила. Это доктор Ренегат, вы все его знаете. Это у нас Валера. 850-й гепард в пленке оклеенный. На 28-й Зиле с таким вот бампером. Тоже индивидуально у него все. Индивидуальный дизайн, индивидуальная сеточка, вынос. Трос вот такой, все зеленого цвета. Валера любит зеленый цвет. Стильный парень, он, у него костюмчик вот такой. Вот. Значит, раз, два, три, четыре. 5, 6, идем дальше. 6 гепардов. Значит, 7. Это у нас танцор. 19-й год. 30-й Вилтанг. Без гнутых. Да топ-лаза, все остальное, шнаркеля. Шнаркеля другой модификации. Тоже бампер. Все вот это стоит. Вынос другой тоже. Вот. Тоже у нас в сервисе обслуживается. Это у нас 800-ка. На вариаторе CVTech уже. Вот тоже с такой фарой, широкий, высокий руль. 27-я Зила у него. Это у нас Алексей, желтый гепард. Резина ЕКО, 29-я, разноширокая. Тоже Алексей у нас в сервисе подготовил свой квадроцикл, да, Алексей? Алексей, да, где? Да, у нас в сервисе подготовили. И все нормально. MaxBet, да. Да? Все по MaxBet. Отлично. Так. Вот у нас сколько гепардов разных на разной резине. Мы, короче, выдвигаемся. С нами новые ребята с других городов. Офигенная будет покатушка. С нами Павел на Одусе. Затестируем литровый Одус еще раз. В тот раз не получилось у него. В этот раз все будет нормально. Все. Давно с вами не было Димона, танцора. Сегодня он спустя полгода возвращается в строй и покажет вам мастер-класс езды на квадроцикле и танцы. Да? Танцы будут. Так, сейчас еще одно интервью. Сегодня у нас представитель Сбербанка. Хорошо. Если кому надо сделать перевод, кредитование, обращайтесь, звоните. Сейчас можно, да? Да. Вы ему скидываете номер телефона, куда перевести деньги. Он вам на счет любую сумму переводит, без процентов. Так. Также у нас сегодня на покатушке присутствует сам директор Stealth, это Павел. Павел, как сейчас в разработке? Гепард 2.0 скоро появится? Да. 1.2 мотор. 1.2? Да. Какие-то еще доработки будут там? Да в стелсе дорабатывать можно все что угодно. Так. Там куча доработок. Ну, где-то порядка 70 доработок будет. Ну нет, 70 это много. Много? Конечно. Это в версии 3.0 уже. 70 там и дорабатывать, 70 нечего. Так, доработок 15. Все, понял. Чтобы вы без работы остались. Я думаю, мы не остались.
Так что, Павел, спасибо вам за интервью. Ждите Гепард 2.0. Павел вам его презентует лично через неделю. Ух ты, заявка на победу. Так, то что, ребята, начинаем видеоролик. Все готовы к старту? Вот весь наш экипаж. Первые два уходят в отрыв. Так, остальные что-то приуныли. Так, Валера, Валера, давай, Димон! Давай, Паша, давай, газуй! О, Леха! Так, 30-е горилла. 30-е горилла. 28-е сила. Так. Давай, Стас, газуй, газуй! Короче, едем и едем, и вот так вот поперек дороги у нас. Чё, Леш, не получилось? У вас это, буханка это? Или это головастик, что это? Головастик. Головастик? А чё, выйдет сам, нет? Или надо толкать? Если его сзади вот так вперед толкнуть, поедет? Давай попробуем. Или он все, не поедет? Сзади стех этот, трамбованный. А у тебя какой привод? Полный. Это полный привод? Это полный привод. Это головастик? Это да. Дёрни нас вперед. А буханка и головастик, это почти одно и то же? Буханка, это... Ну, это одна модель просто. Это то же самое, конечно. Да он легкий, давай толкнем его. Давай, Лёва! Ебаный головастик, блядь. Этот мотор надо перебирать. Хуя он закоптил. Давай лучше назад. Туда? Да назад. Давай, парни, да, да. Не, ну туда ехать. Не, мы проедем в эту выкладку. Андрюх, стой! Мы проедем. Ты туда заедь, мы проедем. Вытащили головастика. Нам-то куда, мы нам все залазим? Газу, газу! Сейчас мы здесь проедем и поедем. Да. Все, погнали. Так, врываемся в лес. Вот такой сейчас скоростной прохват нас ждет. Все ребята заряжены. Вытащили головастика. Головастик доволен. И ребята газуют. Сейчас залетаем в лесной массив и начинаем раздавать газу. Димон, красава! Директор стоялся, уважаемый человек. Так, бирпи. Вот. Вот это, ребята, молодцы. Въехали в поле, тут уже снега конкретно. Впереди у нас выручает Тигран на 30-й горилле. Без него было бы сказал. У нас еще есть запас тяжелой артиллерии Бирки и 30-е колеса Вилкан. Так что у нас 3 единицы боевых, которых можно запускать. Они нам дадут дорогу, и сегодня катка 100% удастся. Так что на такой технике вообще мы никогда нигде не пропадем. Не переключайтесь, газуем, кайфуем.
работу гориллу в действии. Сейчас, сейчас Тигран газку поддаст. Ай, на холостых вообще. Оп! Даже газ не нажимал. Вот это резина. О, вот это резина. Ребята, ставьте гориллу. Будет газ. Сейчас возьмем интервью. Через 100 километров. Через 100 километров. Возьмем интервью и Тигран нам расскажет впечатление. Не переключаемся. Газу! Ой! Отлично! Так, сейчас у нас Гепард 28 подготовленный. Оп! Не испытывает проблем. Так, здесь у нас Димон подзастрял. Алексей поехал. 29 резина, 29. Отлично, Валера. Ой, молодцы, ребята. Какая погодка, вы просто посмотрите. Директор Стелса. Сбербанк. Смотрите, какой сказочный лес, друзья, это невероятно. Мы провожаем зиму, встречая весну вот таким вот покатушками. Что вообще может быть в жизни лучше? Думаю, что мало что. Езжайте, пацаны, езжайте. Не стойте, не задерживайте, все. Ой, Валера, молодец! Валера зует нас. Когда передний заехали, Валер, газ в пол. Каток и передний заехали, все говорят, в пол! Ого. Парни, проезжайте, Димон, ну что ты встал? Артур, вот передний только заехали, газ в пол. Ты накатом ехай, только передний зайдут и в пол жми. Вот, в пол, блядь, ты нахуй остановил. Ты что, остались, давай. Посмотрите, что творит берег. Доктор, финальный рывочек. Ой, красава! Что за мотоцикл? Какой чудесный мотоцикл. Покажем вам мощность BRP. Мощность BRP. Какой мотоцикл! Ой, красава, доктор! Вообще! Ой, молодец! Так, ну все, мы приехали, у нас остановка. Это кафе вот такое вот, ретро-кафе. Тут хозяин коллекционер. Он коллекционирует всякие самолеты, мотоциклы, военную технику. Все в порядке, все едут хорошо. Сейчас немножечко посидим, покушаем, возьмем у ребят какие-то впечатления, интервью и поедем дальше. Так, мы приехали, короче.
Ребята, все располагаются. Сейчас будем заказывать еду. Вот такое офигенное, замечательное заведение здесь. Здесь Игорь снимает свой блок, контент. Да. Здесь такие вот выставка. Хозяин коллекционирует мотоциклы военные. Сейчас я вам покажу. Самовары. Смотрите, сколько видов самоваров. Вот тут у нас два стола будет. Сейчас стол будет ломиться у нас. Вот. Замечательно. Это скутеры, мопеды старые. Для любителей. Для любителей раритета. Вот BMW. Ребят, как настроение? Отлично. Как настроение? Все в порядке? Нарвали. Так, все, покушали, покайфовали. Едем сейчас быстренько заправимся. Рядом 900 метров заправка. Маршрут построен так, чтобы был лес, поле, кайф. Минимум дороги, процентов 5. Чтобы были заправки, кафе, кабаки. Строим маршруты очень грамотно, круто. Все самые лучшие маршруты у нас есть. Все самые красивые места. Все самые лучшие мотоциклы. Короче, выдвигаемся дальше. Приехали, мы добрались до середины маршрута. Это как бы такая точка. Сейчас здесь поставим перекур, пообщаемся. Возьмем у ребят интервью. И поедем назад. Еще столько же. Вот такие вот красивые виды. Песочный карьер. Здесь летом много народу купается. Все ребята стоят. Сейчас подъедем к ним, пообщаемся. Наверное, уже, может быть, закончу съемку, потому что темнеет. Ну, может, пару кадров с ночных. А так вот, как мы проводим время, катаемся. Сходка гепардов удалась. В одну сторону уже никто не сломался, отлично. Во вторую сторону я тоже думаю, что будет отлично. Вывод по резине. Если мне первым ехать на моей резине зимой, сильно... снегу по сугробам, конечно, тяжеловато, зарывается. Первую мы пускали, даже Зила 28-я, ну, тяжеловато, зарывается. Первую у нас проехала всегда, мы пускали Димона на 30-м Вилтанге, Гепард, Доктор и Тигран. Доктор 30-й Мудлайт, Тигран 30-й Горилла. И где, ну, где места такие, вот здесь вот спокойно, а где по колено, мы пускали их. И за ними уже выстраивали 28-ю Зилу, или я вторым ехал, неважно. Когда пробита колея, уже все нормально. Поэтому вот Горилла прет, отлично на гепарде вообще. Сказка, можно спокойно ставить, клочки, главное, настроить, и все будет офигенно. Все, немножко отдыхаем, как всегда, делимся впечатлениями. Сейчас, ребята, доктор... На чужом мопеде, как на торпеде. Вот, тестирует. Сбербанковский работник у нас. Да, тестирует американский мотоцикл. Санкционный товар. Работникам Сбербанка санкционный товар тестировать не рекомендуется. Опасно для профессии, да? Доктор, как маршрут? Хороший? Ты первый раз? Красивый. Офигенно. Да. В следующий раз, просто сейчас, ну, зима, снег. В следующий раз продлим. Можно туда дальше ехать и ехать, здесь конца и края да. Нет. Вдоль оки? Да, да. Ну что, Тигран, от резины ты в восторге? Вообще огонь, просто плывет. Да? Очень нравится? Очень, вообще. Да. Ждешь грязь? Нетерпением. Сейчас все. Начнет Валер, маршрут хороший, это Валер. Да, маршрут бомба, нахуй.
Можно ехать дальше, да, еще вдоль реки. Зимой вообще кайф кататься, допустим, по сравнению с летом. Ну мне вот тоже зимой нету, очень... просто топишь. Офигенно, да? Зимой кайф. Димон, после полугодового перерыва ворвался. Я в шоке. Как маршрут? Я в шоке, бомбовый. Ничем не уступает там по кросским. Да? Чаечек вот у нас туда-сюда, сигареточки. Ты вообще с кайфом, кайфую, да? Вообще кайфую. Артур. Отлично, маршрут. У нас плохих не бывает. Самый лучший. Отлично, отлично. Сказка. Ты уже все сказал до этого. Все, все, все нравится. А с чай распустил? Чай будешь, Игорек? Да можно, я попил бы. Все. Так что вот вам, друзья, чокаемся и едем обратно. Тамбовским чаем. Закончили наш маршрут. Все офигенно. Все в порядке, все целы, все невредимы. Все офигенно. Надеюсь, вам понравился данный видос. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Смотрите видосы, пишите комментарии. Спасибо всем ребятам, кто поддержал эту покатушку. Что издалека, спасибо, что приезжаете, что поддерживаете. Так что, Игорь, что можешь нашим зрителям передать? Чтобы советуете к нам приезжать, кататься, кайфовать? Однозначно советую. Огромное спасибо. Сервис у вас супер, покатушки еще лучше. Вот, все огонь. Все понравилось, то, что установили, ничего не подвело, все отработало на ура. Все душевно. Все душевно, все отлично. Еще раз с удовольствием к вам приеду, если позовете. Привет всем от Тамбова. Все. Спасибо.